И всем привет! С вами Экспедим. И сегодня я вам покажу... это будет первая серия про урок по MCreator. Это программа, в которой можно создавать моды для Майнкрафта. В этом видео я вам покажу про ресурсы. Нажимаем New Workspace. Это значит новое... пространство для творения, как-то так. Это значит, чтобы открыть какой-то workspace. Здесь у нас все workspace, которые мы раньше создавали. Здесь, наверное, из... Короче, не знаю. Я этим не пользуюсь. И настройки. Я пользуюсь только этим. Нажимаем. И здесь у нас вот так вот открывается. Mod Display Name. Значит, здесь мы название мода. Я его назову тест. Здесь мод ID, machine name, что-то. Тут что-то писать. Но здесь оно само пишется, копия вот этого. Только без больших букв. Теперь версия Майнкрафта, который... пользуемся, для которого мы будем создавать мод. У меня, кстати, MCreator 2019.5. Если вы хотите, чтобы у вас была версия 1, для версии 1.12.2 моды, и на ней, и с этим модом можно было создавать рецепты крафта, то скачивайте именно эту версию 2019.5. Вот здесь нажимаем на этот карандаш. И здесь просто всякие вот штуки, их трогать нельзя. Просто здесь надо... Ну, не получается трогать. Здесь надо... Тут у меня два. 1.14 и 1.12. Я выбираю 1.12. И вот здесь можно заметить, что здесь все, что нам надо, есть. То есть вообще тут, в принципе, все, что можно делать, внутри этого есть. Когда вот здесь вот 1.14, здесь, например, нельзя делать... с 1.14 модом нельзя будет в этом моде добавить жидкость. Для 1.12 можно все. Нажимаем ОК. Вот, здесь можно убедиться, что здесь 1.12.2 стоит. Дальше Workspace for Older. Не советую это трогать, потому что вот то, где здесь указано... куда будет складываться наш workspace. Если вы хотите, чтобы он вот здесь вот появлялся, там, где все workspace, то лучше не трогать. Create new workspace. Нажимаем. И надо немножко подождать, пока вот здесь вот тут setting up, там, так далее. Вот эти все настройки. И... Упс. Бывает, хром открывается. Вот. Здесь ждать надо около минут 15. Поэтому я пока что, пока это ждется, поставлю на паузу. В этом месте я не могу ставить на паузу, поэтому я здесь просто обрежу. Я умею, у меня старая программа, не очень, правда, хорошая, потому что бесплатная. Короче... Так, я пока что отойду, пока вот это все.
Ваня. Давай, погрузись. Мне видео надо сделать. Ну, креаторчик, ну, пожалуйста. Ради моих зрителей. Ну, сделай это быстрее, чтобы мне меньше обрезать надо было. Креаторчик, пожалуйста. Будь поскорей. Ты посмотри. В консоли здесь что-то там скипит. Что-то там скипит. Много скипит, скипит, скипит. Это значит пропущено. Зачем это будет писать? Или вообще сообщать, что это можно делать, если оно там скипит? Это можно вообще не встраивать в программу как-то. Итак, у нас все загрузилось, тут иконка пропала. Сейчас надо нажать на кнопку Workspace. Надеюсь, ничего нет. Для ресурсов давайте первым делом создадим просто обычный ресурс. Ни еду, ни инструмент, просто обычный ресурс. Например, он будет выглядеть как кристалл. Надо нажать на кнопочку. Сейчас. Вот. Create texture from scratch. Здесь я ничего не нажимаю. Просто нажимаю create. Там просто дополнительные настройки. Мы видим окно редактора. Здесь можно слои делать. Вот. И здесь есть кнопки разные. Это отменить. Это отменить отмененное. То есть назад, вперед. Это не знаю. Но вот здесь это рисовать. Это рисовать квадрат. Да. Только тут нарисован треугольник. Может там шрифтом или что-то. Это ластик. Это скопировать, видимо. Это залить. И это пипетка, то есть взять цвет с чего-то и потом им рисовать. Мам, дома? И потом здесь какие-то фильтры, их не использую. Но вот здесь вот такая вот есть штука. Вот, я нажимаю на верхний квадрат. Вот он. И
Здесь у нас есть выбор цветов. Мне вот такой выбор цветов как-то не очень как-то нравится. Он как-то не так разнообразен. Сверху есть разные выборы. Я выбираю ТСВ. Выбирается вот так вот. Кристалл у нас будет какой-нибудь, не знаю, фиолетовый какой-то. Выбираем здесь цвет. Какой-нибудь такой. Нажимаем ОК. Советую сразу не рисовать. Потому что у меня таких вещей зависал полностью инклюзер. Приходилось его силы выключать. Надо подождать, пока вот здесь вот можно заметить небольшой квадратик, который идет с той мышкой. И вот теперь можно нарисовать какой-то кусок кристалла. Или просто кристалл. Вот как-то... Нет. Вот здесь вот нажимаю отмену. Делаю так. Ну, можете нарисовать что хотите, это ваше. Я решил нарисовать кристалл. Упс. Вот. Какой-нибудь... Какой-то такой будет у меня кристалл. Я могу взять заливку и залить его внутрь. Только, чтобы его залить, надо вот здесь тоже сделать вот так, чтобы была фигура. И вот, мы ее заливаем. Теперь мы можем взять цвет какой-нибудь более темный. Ой. Вот, берем более темный цвет. И, если хочется, рисуем контур у объекта, тогда он становится более каким-то красивым, что ли. Обретает форму. Вот так. Делаем контур. Он уже становится такой неоднородный. Но насчет однородности позже поговорим. Потому что это тоже можно добавить. Вот, я сделал контур у кристалла. Вот, можно в него добавить. У кристаллов у них же грань. Поэтому сделаем вот такие какие-то грани. Немножко вот так вот по горизонтали. Порисуем, получится больше похоже на грань. Упс. Вот как-то вышло вот так, уже больше похоже на кристалл. И мы можем его так сохранить, если хочется, можно добавить что-то еще, но это уже отдельная история, это про редактор сам. Я хочу вкратце показать про инклюзер. Нажимаем на Save T-Stick-Tool. Вот эта кнопка, это если мы в одном редакторе хотим делать несколько картинок. То есть мы сделали одно, нажали Save a New T-Stick-Tool, потом стерли, нарисовали другое, нажали опять это. А это как бы сохранить ее. Если мы один раз нажали, потом изменили, еще раз нажмем, оно сохранится, ну, заменит то, что было в предыдущем. Ну так, как бы, новая версия будет. Сертистикчу. Здесь мы выбираем. Это будет текстура блока, текстура инструмента, ну, ресурса, или что-то другое. Ну, что-то другое, это, например, если жидкость, она считается что-то другое. И мы выберем item. Выбираем название. Я не знаю, как пишется кристалл, поэтому я напишу просто кристалл. Упс. Да. Я написала это по-русски. И, кстати, здесь написано, нельзя делать пробелы.
По-русски, кстати, тоже нельзя. Поэтому пишем... вот так. Нажимаем ОК. Вот. Он назывался Кристалл PNG. Теперь заходим в Workspace и нажимаем на плюс. И появляется список разных всяких вещей, которые мы можем делать. Их тут очень много. Давайте для начала сделаем, как я говорил, обычный, вот, он называется тут item. Нажимаем. Название. Опять же назову кристалл. Опять не так. Кристалл. Save a new item. Здесь item texture. Надо выбрать наш кристалл. Здесь 3D-модель инструмент, ну, нашего ресурса. Здесь можно выбрать только normal. Не знаю, зачем они вообще это добавили. Может, в каких-то случаях можно. Special information. А, это когда вот в Майнкрафте, там, если, например, зачарованный алмазный меч, там алмазный меч и снизу информация про него, на что он зачарован. Вот здесь вот это, типа этого, информация про него. Fast growing effect. Будет ли он блестеть, как если зачарованный инструмент какой-то? Я думаю, он будет блестеть. Growing. Да, мне кажется, это блестение. Дальше вот здесь name in GUI. Как он будет в Майнкрафте? Как он будет называться в Майнкрафте? Creative Inventory Tab. Где он будет находиться в майнкрафтных этих инвентарях? Вот это если он не будет вообще нигде. Я выберу миск. Max Stack Size. Сколько его будет максимально взять в руку? Оставлю 64. Это не использовал я. Max Item User Duration. Тоже не знаю. Tip of two. Один, ну, two. Sword, два, two. Короче, тип этого. Оставим один, что это просто... Ну, что-то не инструмент. Damage the same mob. Это будет урон наноситься. Один, если поставлю один, он будет удалять пол сердечка. То есть 5 здесь, это 2,5 сердечка он удаляет. Но кристалл довольно острый. Оставим так. Item damage count. Наверное... Я не знаю. Мы можем тоже поставить 5. Посмотрим, когда будем проверять его в Майнкрафте. Can destroy any block. Does crafting. Эти все я не использую. Но... ну да, поэтому... Здесь это всякие... ну, там в этой программе можно создавать еще и код. И вот здесь, когда он скрафтен или приготовлен, делать какой-то, воспроизводить код. Остальные тут штуки. Ну, нам это пока что не надо. Save mod element. Нажимаем. Немножко подождем. Вот наш первый кристалл. Первый инструмент. Точнее, ну, как это там, item. Потом можно создать кристалловый меч. Кристалл, он же острый. Потом из него можно сделать меч. Нажимаем create texture from scratch.
Нажимаем. И можно сделать... Так, мы выбираем какой-то коричневый цвет. Делаем как-то, наверное, так. Делаем более темный. Это так рисую палку. Вот. Палка для мяча у нас готова. Теперь нужно вот этот взять цвет, как-то похожий. Мне кажется, он был какой-то такой, наверное. Оставим место для контура. Делаем. Как-то, наверное, так. Потом вон туда. Вот так. Берем более темный. Это у нас будет контур. Вот так. Вот у нас получился контур. Только здесь, мне кажется, можно использовать эту пипетку и сделать вот так. Вот так. Как-то это более... Не знаю. Это, мне кажется, что это так должно. Потом опять берем этот цвет. Только, мне кажется, надо взять что-то более светлое для вот этого места. Вот так. Потом берем опять более темный. Упс. Так, я что-то тороплюсь, поэтому делаю это косо. Вот такой у нас получился красивый кристалловый меч. Теперь можно его сохранить. Save this texture. Нажимаем это item. Называем кристалл. А, во-первых, русский, во-вторых, без пробелов надо. Поэтому называем кристалл. Упс. В я взял вот такую вот кристалл слова. Потом берем, нажимаем плюс и выбираем здесь. Тут должно быть ту. Вот ту. Нажимаем, выбираем кристалл с во. Я не понимаю, я почему-то постоянно пишу по-русски. Кристалл с воды. Так, что-то не так? А что не так? Нельзя пробел? Тут не было написано. Ну ладно. Кристалл Сворд. Create new tool. Берем текстуру нашего красивого меча. Здесь тоже ничего сумма. Naming UI. Кристалл Сворд. Вот так. Вот в каком он будет? Он будет в комбат. Здесь тип. Он будет меч. Harvest level. Не знаю. Для функции. Вот. Attack speed. Скорость атаки. Ну, я не знаю. Оставим один. Вот здесь
урон 8, это у нас будет 4 сердечка. Давай 9 или 10, оно будет у нас 5 сердечек удалять. Ну, хорошо. Number of use. Не знаю. Ну, тут 100. Оставим так. Repair items. Blocks. Repair items — это с помощью каких предметов мы можем его чинить в наковальне. Добавим плюс. И выберем кристалл. Enable growing effect. Вот. Чтобы он блестел. Здесь тоже ничего, каких-то вещей не надо. Кристалл floor. И последнее, что мы сделаем, это будем делать food, еду. Какую же мы сделаем еду? Упс, я же не сделал текстуру. Так что сейчас подумаем, какую мы сделаем еду. Можно сделать еду. Давайте мы тут побалуемся, поэтому сделаем еду. Не знаем какую. Какую-то неизвестную науке еду. Неизвестной майнкрафтной науке. Берем что-то, накалякаем. Какая-то вот такая еда. Сейчас мы зальем где надо. Так. Берем. Заливаем. Берем розовый. Заливаем. Потом берем зеленый. И забираем здесь. Вот такая вот неизвестная науки еда. Это у нас Итан. Ну, Энс. Нет. NSF. Так. No science food. Ненаучная еда. Заходим в workspace, нажимаем плюс и выбираем food. Назовем его NSF. NSF. Выбираем нашу неизвестную науку еду. Выбираем. Называется NSF. Creative Inventory Tab будет Food. Stack Size будет 64. Вот. Наверное, сколько насыщать будет. Ну, скажем, она будет у нас сильно насыщать. И получается 9 умножить на 2, это у нас 18. Да? Значит, пишем 18. Типа она сразу будет нас насыщать. Что это? Не знаю. Это еда для собак? Я не думаю. Growing effect, кстати, давай добавим. Есть Alice Edible. Не знаю. Вот eating speed, ну, у нас будет такая какая-то жвачка, поэтому будем ее 15. Food animation, ну да, это у нас еда. Next page, save mod element. Вот, и последнее, что нам надо сделать, взять. Ну, это не связано с ресурсами, хотя немного связано, но я все же покажу, потому что это нам пригодится. Рецепт крафта.
Выбираем здесь Receipt. Как он будет называться? Сначала будем Crystal Sword. Значит, Crystal с мамочки. Crystal с Word. Вот. Вот. Здесь выбираем либо готовить, либо крафтить. Но выберем крафтить. Так, как мы его скрафтим? Давайте как обычный меч, только только вместо... Ну, короче, будут палки вместо того... Вместо... Какие палки? Будут алмазы. Вместо... точнее, кристалл вместо алмазов. Если это алмазы меч. Так. Вот. И крафтится у нас будет... Меч. Один. Теперь мы удалим. Также опять мы сделаем... Сделаем NSF NSF Craft NSF Craft. Как она будет у нас крафтиться? Мне кажется, она будет жариться. Будет жариться кристалл. И тогда у нас будет вот этот NSF. Так. Сколько у нас его получится? Наверное, один. Save. Мод элемент. Так. Забыли. Надо здесь вот этот NSF поставить. Вот. Save мод элемент. И вот у нас есть наш маленький, но все же мод. Теперь нам же надо его как-то экспортировать. Поэтому здесь вот есть кнопочка. Не здесь. Да, вот здесь. Export the mod for distribution. Ну, что-то такое, вот такой рисунок. Нажимаем. Здесь у нас всякая загрузка идет. Это довольно быстро. Загружается. Вот. Здесь надо просто согласиться на экспортирование мода. Просто... есть какой-то, ну, чтобы мод был приличным, чтобы мы должны согласиться, что он, что если мы будем его им делиться, что он приличный. Ну, то есть, ну, короче, этот закон, ну, здесь можно, точнее, не закон, ну, короче, это можно посмотреть, здесь нажать Show EULA, ну, мы нажмем Gear Expert the Mod. Здесь выбираем папку, в которую мы будем складывать наш мод. Я создал себе специальную папку My Mods. Нажимаем открыть. Вот здесь мои все моды. Называю мод. Он у нас будет называться тест. Вот я обычно делаю так. Вот это название, потом я делаю надпись мод, так, версия, и потом версия. Вот так вот я обычно делаю. Я делаю так, потому что, ну, тут вся информация, которая нужна. Поэтому я советую вам тоже так делать. Вот здесь какой формат, тут только жар предлагает. Вот, жар — это то, что надо для Майнкрафта. Нажимаем «Enregistrer». Ну, это так по-французски, ну, там, по-русски это «сохранить», там, по-английски «save», наверное, или «export». Вот. Нажимаем, все. Он сделался, сохранился. Теперь, на всякий случай, если кто-то не знает, как
мод экспортировать. Ну, ставить в Майнкрафт. Я просто не хочу свои файлы показывать, поэтому я скажу так. Берем, ищем папку, если это на Маке. Папку библиотека, там есть Application Support. Там надо найти Майнкрафт. В Майнкрафте будет 1.12.2. В 1.12.2 будет папка мод, и туда скидывать. Я сейчас это и сделаю. Итак, вот, я его туда поставил, теперь, сейчас я советую все же все программы выключить, у меня, например, хуже Майнкрафт работает, поэтому сейчас я буду включать Майнкрафт, опять же, пока это происходит, поставлю на паузу. Кстати, когда мод какой-то новый поставится, то Майнкрафт обычно дольше запускается. Поэтому я просто говорю про, ну, как факт. Тут.
Итак, я сейчас в Майнкрафте. Можно посмотреть в модах и увидеть там наш тест. Если хочется. Захожу в одиночную игру и выбираю мой мир, в котором я тестирую моду. Мод тестер. Итак, проверим наш мод. Так. Кстати, вот в моем мод-тестере просто я там каждый раз убираю моды, потому что я их тестирую, потом убираю с компьютера, потому что там они недоработаны. Поэтому тут он мне выводит. Я должен нажать, да. Просто он сообщает о том, что некоторых инструментов, некоторых объектов, которые были раньше, нету. Ждем. Тут. Тут. Так, чуть-чуть осталось. Загрузка мира. И вот, я нахожусь в мире. Сейчас немножко прогрузится, чтобы лагать не было. Не лагало. А то он там даже спрута видно. Так, ну немножко прогрузился мир. Зайдем в инвентарь. Во-первых, пищи. Мы найдем наш NSF. No Science Food. Science Food. Так, ну да, возьмем 64. Так, оружие. Смотрим сам внизу. Кристалл Сворд. И зайдем в разное. Внизу. Кристалл. Итак, перейдем в выживание. Так, открыть для сети. Вот. О, я как раз хочу покушать. Ем. Видели, как он быстро съелся? Так. У нас есть этот кристалл. Давайте попробуем испечь кристалл. О, зомби, давайте проверим на нем наш меч. Опа, видите? Мощный меч. Это мы сделали этот меч. Мы специально захотели, чтобы он был мощный. Зайдем. Вот, видите? Но снял свуд. То есть, все работает. Осталось только вот здесь. Так. Немного наш кристалл все же возьмем. В верстаке. Проверяем. И вот наш кристалл свуд. Кстати, крепость, мне кажется, крепость меча тоже можно настраивать, но я еще не так хорошо владею креатором, поэтому я этого не показал. Но в будущем покажу, наверное. В общем, опа. Опа, съели. И, в общем, вот. Такой вот у нас вышел мод. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео вам помогло. С вами был Эксперим. Всем пока! Тут!